Ну вот скажи, что ты хочешь? Ну вот скажи, что ты хочешь? Ты почему ко мне хочешь? Вот я на тебя не обращаю внимания. Не. Он ко мне просится. Видите, как он ко мне просится. Не буду обращать внимания, смотрите. Вот так он в пластик просится, смотрите. Ну ладно, давай, иди, давай. Смотрите, как он хочет, чтобы я его забрала в постель, он не остается. Сейчас я его заберу, потому что кот здесь, и он не хочет. Вот это как каждое утро. Вот это каждое утро. Иди сюда, иди сюда. Вот так просит в постель. Он уже в постели, он такой довольный. Все. Вот это у меня каждое утро. А если я сплю, вот это лапами меня тюм-тюм будет. И такой довольный, что он в постели. И такой довольный. И такой довольный. Да, все, по маминя. Хочу колосавить мамин. Будем маминя щавачка. Такой довольный. И смотрите. Микки. Микки, Микки. Ты маминя сейчас, смотрите. Ну какой довольный собачка. Ну какой довольный. Ну какой довольный. Ну что, буду вставать на работу. Всем доброе утро. Такой довольный. Ну такой довольный пёс. Жалко, что у меня аллергия на собачку. Да, Микки? Микки! Как ты любишь? Как ты любишь хлюкать? Как ты любишь хлюкать? Довольный такой же в постель. Забрался, все. И вот так каждое утро, и вот так каждое утро просит ко мне. И мамина сладкая собачка такая. И этот, посмотрите, где. Вот, морда. А, у меня эти, дождь вечером пошел. Лео, 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 Кясис. Ну что ты делаешь там в окне? Что для счастья надо. Вот ему нравится ко мне в постель, а потом начинает вот это кувыркаться. Смотрите, вот так делает. Где маминя собачка? Где маминя собачка? Где маминя собачка? Микки. Микки, вина. Вина, моль. Винаки. Где маминя собачка? Вина. Красавец, мами. И там разять, а мама меня. Маме уже на работу надо. Ты сука красивая. Ты попочка мамина красивая. Лео. Тут вообще добрался, да.